Совсем недавно в третьем окончательном чтении Госдума приняла закон о приоритете натурального возмещения ОСАГО перед денежной выплатой. Реформа, инициированная Минфином, уже вызвала множество дискуссий и споров. Почему именно сейчас вдруг так остро встал вопрос ОСАГО? Страховщики перестали выплачивать, б, они перестали выдавать полисы ОСАГО, в, вы назвали коэффициенты бонусы-малусы, ну и, соответственно, г, это повышение стоимости полюсов. Сейчас в законе прописано, что ремонт должен быть в течение 30 дней. Запчасти могут ставиться только новые. А вот Петр Шкуматов из общества «Синих ведерок» как раз этому радуется. Говорит о том, что вот водителям это выгодно. У них старые запчасти будут заменять новыми. Ну, вы же понимаете, бизнес – это экономика. И никто в ущерб себе этого делать не будет. Заставить пчел работать против меда, может быть, и можно, но проблематично.